Привет, это видео будет необычным, ведь тут вы узнаете, как я делаю свои видео. Начнем с того, что вначале я долго думаю над тем, о чем вообще будет видео. На это уходит большая часть времени, но мы возьмем идею вот этого крутого чела. Открываем прогу для записи и заходим в игру. Далее я играю примерно полчаса или час, и теперь у меня есть материал. Ура! Открываем священную программу блокнот и начинаем набирать буквы, которые просто появляются в голове. Спустя буквально 10 минут у нас магическим образом появляется текст видео. Далее начитываем весь этот текст. Кстати, это тоже я сейчас читаю. Теперь время монтировать. Открываем Premiere Pro, или можете другую программу, но это будет как удар статичной арматурой по качеству вашего видео. Закидываем сюда нужные файлы, перекидываем их туда, а потом текст, который мы прочитали, оставляем только аудиодорожку. Убираем всякий пердеж, плевки, отрыжки и лютый ор. Закидываем туда миллион фильтров, теперь наш голос звучит киберспортивно, студийно, профессионально и идеально. Потом подходяще нарезаем наши видеофайлы, чтобы они имели хоть какую-то связь с тем, что мы только что прочитали. Применяем нашу фантазию и память, чтобы вспомнить все мемы, которые мы видели в жизни, и найти самые подходящие из них. Качаем их с интернета, легонько обрабатываем в Paint, потому что он в 10 раз быстрее Photoshop, который нам тоже понадобится после того, как мы закончим монтаж. Когда я накидал достаточно мемасов и вот этих вот дедов, которых используют половина всех ютуберов, теперь накладываем музыку без АП. Это очень важно, ведь АП бьет по самым болючим местам. Этот парень был... То есть заходим в фанатеку Ютуба, где АП не существует. Иначе никак. Когда мы считаем, что видео завершено, стоит подумать, нужны ли нам субтитры. И в этом видео они мне не понадобятся. На субтитры времени немного не уходит. 10 минут, не более. Потом, когда мы закончили видео, открываем Photoshop и заходим в игру фоткаться с помощью второго аккаунта или самому. Я использую второй аккаунт, чтобы делать более классные ракурсы. После чего фоткаем красиво карту игры таким же методом и перекидываем в Photoshop. Потом выделяем нашего персонажа пером. Когда закончили, делаем так, так, так и вот так, после чего так, 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 вот так. Качаемся на правую ногу, это важно. Теперь раскачиваемся, не отрывая ног, не отрывая ног. Затем делаем так, так, вот так, вот так, вот так, вот так и вот так. Все, теперь используем какой-то классный пресет, который мы сделали до этого. Накладываем текст, немного кривим, потом снова пресет. Закидываем это все эффектами, вроде экспозиции, размытия и фотофильтров. Вроде того, настраиваем цветастость. Все это дело рендерим и заходим в YouTube выкладывать. Все, теперь у нас есть вот такое вот видео, которым можно похвастаться перед друзьями или своим учителем по информатике. А ваше дело теперь поставить лайк и подписаться, иначе есть вероятность пропустить все самое интересное. Интересное. Лично тебя я сейчас подозреваю в том, что ты не нажал на эту магическую кнопку. Спасибо за внимание. Если хотите, чтобы я сделал еще видео на какую-то тему, то пишите в комментарии, либо на наш Discord сервер. Ссылка в описании. Удачи в монтаже.